Всем привет, с вами снова я, Кирилл, с такой вот артовой штучки. Не знаю, что-то мне захотелось на трансе такую вот гнуту создать. Ну ладно, короче, хочу с вами поговорить сегодня на темочку, такую тоже волнующую. Это моя новая как бы политика отношения с людьми. Наверное, так вот правильно будет сказать. Политика отношения. Новая. Политика. Блин, почему политика? Ну, короче, мои изменения. Короче, то, что я внесу в общение с людьми. И то, что я уже внес в это все. Блин, не хочу об этом говорить. Но, походу, придется. Раз я уже начал. Не, хорошо, мне идет. Шикарно. И, короче, что я решил? Я решил то, что мне в моей жизни достаточно ебли мозга. В моей жизни мне достаточно негатива, в моей жизни мне достаточно выяснения отношений, достаточно проблем. И от других людей я это терпеть как бы не собираюсь. Надеюсь, я правильно выражаюсь. И от других людей мне это даже вот терпеть нахер не нужно, поэтому как бы я начал отказываться от общения. И исключил уже, достаточно людей из жизни, потому что, знаете, я сам человек по себе проблемный. Мне проблем достаточно. И мириться с другими, с чужими проблемами я как бы еще не готов. Я не благодетель, я не помощник. Вот, я писька, которая думает о себе и все. И о котиках. И поэтому человеческие какие-то штучки, для меня это слишком обременительно, и я понимаю, что я не готов уделять этому время. Не готов уделять время чужим проблемам, я имею в виду. Поэтому вот такое вот нововведение. И поначалу было как-то сложно, как-то не хотелось, знаете, во мне вот есть такая черта, не обидеть человека. То есть, я умею говорить «нет», но мне это сложно сделать. Мне сложно говорить «нет». Живаншу нанесу на губки. Мне сложно говорить «нет». Но я учусь. Поэтому давайте верить то, что я когда-нибудь научусь говорить «иди нахуй». Ну, хотя мне это, знаете, мне без проблем это делать, посылать нахер людей, но все же доставляет дискомфорт мне это. И не знаю, как вам это сказать. Вы, короче, поняли, я надеюсь. Вы поняли то, что я вам хочу сказать. Вот, поэтому общение теперь у меня обстоит просто. До первого намека на еблю мозга. Да, потому что недостаточно, мне этого не надо. Спасибо, до свидания. Вот так вот. Теперь обстоит общение со мной. Вот. С чего я вам советую. Потому что, если вам, конечно, хочется там как-то потерзать свои струны общительной души, то, боже, конечно. Но если вы хотите как бы решать свои проблемы, мне кажется, на чужие надо пока что это забить хуй. Вот так вот. Вот такие вот мои мысли на этот счет.